знаю, вот, например, 200 тысяч долларов, ну что можно потратить? Тут нубы играют лютые. Да как? Я не могу! Эта игра вызывает тит. Еще Будбум как-то против, именно против нас, им комфортно играть, потому что против других они сосут. Да как так-то? РМК! Ребят, сейчас будет достаточно необычный ролик. Мы с Антоном Дурачёвым поиграли в гольф, и я еще попутно ему позадавал вопрос. Ну, в общем, на самом деле мы его уже сняли. Это прям получилось, по-моему, супер весело. Антон был супер заряженный. Ну, прям, получился классный ролик. Надеюсь, вам это понравится. Пишите комменты, ставьте лайки. В общем, приятного вам просмотра. Давайте, залетаем в видос. Ура, наконец-то дождались. А? Да никто, двое мы с тобой будем. Играть, да. Да не наебал. Мы, смотри, как все произошло. Сегодня должен был быть футбол. Да. Потом мы никого не собрать, потому его что перенесли. Скримы. Потом его перенесли. Потом нет, почему? Все готовы. Спириты были готовы. Я был готов. Эти панды были готовы. А, да. Спириты ПКВ все перенесли. И потом утром за полтора часа до начала футбола они решили его отменить. Ну то есть и на... я отменил свой гольф, потому что будет футбол. Понятно, туда все к нему больше поедут, чем ко мне. А мы что-то делаем? Вот играть в гольф с тобой. Моё? У нас с тобой, да, немного времени осталось. Он до 6. Вот, но что-нибудь катанем. Так и получилось, что пришлось быстро организовывать гольф, а там уже это, в гольф уже не все хотят, уже спирит уже перенесли. Они готовы, но КВО у них уже вечером. Ага. Ну, то есть, и уже никого не осталось. А этот, гольф до 6, ББ до 6, это, у них КВ. Ты как, начал спать нормально? Да, начал, на самом деле. Джетак прошел, но я что-то сразу подзаебался. КВ играли, вот поел. Поел? Ну так, покушал, честно. Ну огонь, значит будешь это, энергичный. Вообще нихуя, хочу просто прилечь. Хочу прилечь, отдохнуть. Но сегодня я немного спал, вчера в океане купался. В океане купался или как? Да, вообще разъеб. Ну вечером под ночь, там волны еще были, вообще кайф. Прикол. Здесь, кстати, вот, получается, вот мы в этом комплексе, и в этом комплексе и баня, и хамам, и вот прям все есть. Нет, не хочу сейчас. А вечером, не знаю, в доту надо поиграть. По-хорошему. Ты еще будешь играть? Ну, наверное, поиграю завтра в Цалку. Плей-офф. А у вас во сколько игра завтра? Третья. Ну, короче, старт 10, и там просто фоллобат. Угу. Поэтому ну, короче, в часа 4 под вечер вы уже где-то будете. Посмотрим, что там на сцене было, потому что, когда мы были на сцене, когда ее еще строили... Мне кажется, мы будем из отеля сейчас играть первые дни. Там же не весь плей-офф на сцене. Последние три дня. Или два. Ну да, чуть-чуть. Я думал, все на сцене. Не-не-не. Вот это интересная инфа. Я так понимаю, вся эта история с пивасом, это сильно-сильно преувеличено. Вот, ну, что-то как... Да, конечно, да, блядь, ну, просто... Высосали новости с пальца? Да не, ну, она сказала, там, конечно, подходит. Да мне, на самом деле, похуй. Типа. Мы проиграли, потому что они лучше играли. А то, что я выпью пиво вечером, одну-два бокала, ничего не будет. Меня же не убьет. Я же не водку просто бухаю, чтобы потом с утра встать не мог. Люди и с состоянием хуже играли, поэтому два пива никак не повлияет, конечно. В общем... А просто бесплатно, да, вот это вот? В смысле? Нет, не бесплатно, я за это заплатил. А, да? Конечно. А ты заплатил сейчас или до этого? Нет, они на мой room number записали. Да? Да, в общем... А если бы ты не пришел, если бы вот... Когда ты платил вообще? В смысле, я пришел на вон там вот был ресепшн, мы через него только что прошли. Там стояли клюшки и все. Я к челу подошел, во-первых, утром записался. Он записал мой рум-намбер, потом пришли, взяли клюшки, мячики. Сколько стоит? Стоит 200 тысяч час. У нас с тобой 18 лунок. Ну, оно, видишь, такое достаточно маленькое, то есть здесь небольшое расстояние. Вот, буду записывать. Кого? Ну, вот лидерборд. Здесь. Как правильно вообще бить? Да, ты спрашиваешь, как будто я вот хотя бы хоть один раз в жизни... Ты мог гайд хотя бы посмотреть, чтобы мне объяснить? Ну, это не такой, понимаешь, гольф, как, ну, типа, обычный, где ты там с подножки бьешь, ну, типа, вот так. Всем телом. Что такие затем? Ну, давай. Антон, вон. Ты даже гайд не сделал, а что, отсюда начинать? Ну, вот так тут начинаем, вон лунка. Вот это первое, да? Нет, вон где камера, видишь? Флажочек стоит. А, ну... Вон там наша лунка. А это что за дыра? Да это просто техническая дыра. А у нас сколько мячей? А вот отсюда. Мяча у меня 4, вот я нашел, вот тут каемка есть. А какой части надо бить? А, я так понимаю, вот этой. Вот этой? Нет. Вот этой, мне кажется, вот так. Думаешь? Ну да. Ну потому что так она в ручке неправильно лежит, она должна быть... Да, вот так, точно так.
100%. В смысле неправильно в ручке держать? Ну, если вот так, то она видишь. А кто сказал, что вот, а может тебе надо вот так вот? Ты не подумал? Ты даже это не поставил, Костян, ну что, блин, за организация такая? Быстренько, как играть в гольф? Так, как играть в гольф? Потому что, мне кажется, если честно, вот так надо бить. Вот это. Какой стороной? Какой стороной играть в гольф? Ну, тут вот есть картинка, судя по всему, ты прав. Одну картинку я нашел. Видишь, он забывает. Ну, вот видишь, да. Ну, давай этой. Ребят, спасибо большое, что смотрите это видео. И спасибо большое за то количество просмотров, которое вы сделали на предыдущем. Это прям обзор обычно не заходит, а этот зашел. И вот я прям супер рад, потому что это тот самый контент, который вот мне всегда очень хотелось видеть. И это очень круто, что вам тоже заходит. А еще спасибо большое компании BadBoom, которая поддержала нас в этой поездке и сделала нам вот такие вот бейджи, которые дают нам вообще доступ везде, где угодно. Это прям супер круто. Мы можем везде ходить, снимать, вот поснимать вам настоящие жизни мажора, того, чего вот прям ни у кого нет. Спасибо вам большое, компания BadBoom. А еще, кстати, они предоставили вам 1000 фрибетов, которые заходятся в закрепленном комментарии. Переходите туда, кликайте и помните, что так вы очень сильно помогаете развитию этого канала. Промокод КДА. Все, давайте. Не отвлекай вас дальше, давайте в видос. А ты уверен, что отсюда надо бить? Ну, здесь вот видишь, такая дырка прям. Я думаю, первый? Да. Вот к тому флагу, да? Да. Она сейчас... А у тебя свой шар, да, будет? Да, да, да. И будем считать, сколько это, за сколько забьем. Так. Ты не так стал. Да. Блин, надо отойти, ты меня убьешь так еще. Так. Ну его нахер. А если оно улетает вот за пределы? Ну, с пределов закидываем дальше. А, то есть, ну это пофигу, да? Да, надо просто попасть. У нас тут препятствия вообще. Ну можем расчистить корт. А! Ух, пизда. ГГ, ты сейчас побежишь? Ой, так, где моя... Переборщил. Так, Антон говорил вот так. Ох, тебе тоже тут пизда. А там просто все, это конец. Это ГГ. А так точно можно? Я это, разбиваю шмотки. Тут профессионалы. Ну, блядь, это явно не мы. Че? Это не считалось. Да что не считалось? Все оттуда бей, что ты? Отсюда? Так а ты тут, как я отсюда буду бить, блядь? Так же, как я буду бить из этой, из ямы. Мне кажется, что-то точно по правилам. Я же не ударю, блядь. Ну ты как-нибудь подковырни ее. Вот так. Да невозможно. Во, все возможно. Это один считалось, да? Не, еще один, это уже там пятый ход. Да нихуя. Пятый ход. Давай заново, это вообще наебало какое-то. Так, подожди, дай я это похожу. Ща. Пятый ход, пиздец, обман. У меня четвертый. Давай. Третий. Ух, бляха, и теперь сюда же. Это сколько ты сделал? Это уже был шестой. Сотый? Ну, бляха, ну нет, ну опять туда же. Стой. О, я в рот ебал гольф. Это седьмой? Ты что, тоже в яму? Да, я. Удачи. Раз. Считай ходы. Два, три, четыре. Опа. Я хуй знаю, сколько я уже сделал. Ну, у тебя пять, девятый это был, получается. Не попал. Десятый. Да быть такого не может. Да как так? Одиннадцатый. А у тебя сколько? Вот это у меня седьмой, да хуй... восьмой. Это неправда, у тебя по-любому уже 20. А мы не должны по очереди, а или похуй, наверное? Ну, лучше, конечно, по очереди. Так? Ты просто начал хуярить, как этот. Да как так-то? Ой, так, не обью. Ну ты не забьешь это. Ну да, все правильно. Так, 12 у меня, да, Гариш? Ну где-то. Надо считать, ладно. 13. 14. 14? У меня сколько? Да блять, короче, 15? Где-то 11. Да как, я не могу. 16. У нас 18 лунок. 17. Я точно попаду куда-нибудь. 18. Я уже очень близок. Yes. За 19. Но у меня 13-е, вообще-то 14-е. Да ты точно где-то там со счета сбился. 14. Ну ладно, ты сейчас еще меня перегонишь. Это не так просто, как кажется. Так, 15-е пошло. Я даже техника не знаю. 15. Сколько у меня? 16 искал? У тебя 19. А, да? Я забыл. Все, за тобой не считаю. 18. Нормально. Первая разминочная. Легко. Видел, какая у меня футболка?
Далби. Помнишь, я тебя спрашивал? Да. Твой любимый перса. Я тебе такую же футболочку. Куда мы дальше? Принес. Ну вон, вот это вторая. Пацан, ты хочешь, чтобы мы все эти лунки хуярили? Ты у нас 18, но у нас ограниченное количество времени. Это вторая, надо посмотреть. А еще у меня есть карта. Да, это вторая. Точно? Еще камеру просто. Да, вторая. Откуда начало? Ну, оттуда, с другой стороны. Вот это вот. Так. Один. Так, сырую позицию заняли и норм. Один. Мой ход. Два. Слушай, ты сказал, что это, паблики будешь? Ты сегодня будешь еще паблики играть? Ну да. Сколько ты сейчас вообще, в принципе, пабликов, блядь? Пабликов играешь? Мало? Когда как? Два. Дай, блядь! И как тебе на Сингапуре играть? Такое. Тут нубы играют лютые. Ну, то есть ты попадаешь с местными игроками, не это, у вас не все время паблики из чуваков с мажора? Ну, конечно. Ой-ой-ой. Четыре, да? Да. А только давай так, по-моему, нихуя есть. А я думаю, не попаду, это сложно. Да, блядь. Тут поле кривое. Так. Оп. Разрешите? За пять. Да как так-то? Ну, это... Нормально, вон, смотри, как быстро с тобой. Так, где ты эти? Сколько это было? Где ты эти? А, это у тебя за 6, по-моему? За 7 вроде. Раз, так, два. Давай будем записывать. Первая. 18-19? Да, твоя 19, моя 18. 7. 5, по-моему, вообще у меня было ты, ну ладно. Так, номер 3. Чего? Сколько номер 3 вон там. По-моему, я за ты забыл. Какие нахуй 3? За 4. Хуйню говорит. Да я на 5, да нормально, нормально, буду поддаваться, Антон. За 3, он говорит, забил, я вообще за 1, блядь, тогда. Еще один ролик с Бали Мейджора. А как мы сюда попали? Мы сюда попали достаточно, на самом деле, долго, но, слава богу, есть сервис дешевых авиабилетов Aviasales, который нам помог сюда добраться. Спасибо большое, Aviasales, что поддерживаете контент. Очень вам благодарен. Давайте, обратно видос. Батя, где здесь ставить? Далеко. Ну, вон. Ну, сюда, наверное. Да быть не может. РМК! Ладно, я отсюда ударю. Давай, бью. Не попал. Не попал. Надо как-то... Считай! Я не попадаю. Ну ты считай. Два. Это второй был. Второй, ага, конечно. Не, я не попал по мячу, или это считается? А, ты по мячу не попал? Да. Я думал, ты не попал по эту. Не. Нихера себе. Так, ну это по два. Вот это. Я да? уже почти профессионал. Я уже понимаю, там аэродинамика. О. Опа-на. Три. Вот они, два рядом. Три. О, ну это хорошо, ну, сейчас поедешь. Нет, не поедешь. А вот ты давай-ка поедь-ка. Вот, да. А я поехал. Вот на следующие лунки, блядь. Я на пятую. Мне кажется, это не так, на самом деле, работает, но я думаю, не так, ну а мы и так. Сейчас-то тут нельзя облажаться. Блять. Нормально. Блять, да как так-то? Как силу-то рассчитать? Да нет, я ненавижу эту игру. Эта игра вызывает тильт. Ну, это победа. Да, у меня сейчас тоже тут. Шестой. Хоп-хоп. А мне похуй, я когда... У меня есть игра Golf is your friends, вот там... Во, это офигенно, в Steam офигенно вообще. Когда катка не идет, уже начинается руина полная, поэтому мне уже похуй. Тут, правда, руинить некому. Оп. Сколько, 8? Я, честно, сбился со счету. Ты забил, я еще 3 сделал вроде. Ну раз, вот, это тогда 8. 2, 3, да, вроде 3. Так, четвертая. Надо было хоть гайд посмотреть, а то вообще позор. Да какой-то. В равных условиях. Да, но все равно интереснее, когда знаешь как. Хоть чуть-чуть. Да мы с тобой пойдем тогда в гольф-клуб в Сербии. Ага, блядь. Я уже не люблю гольф больше. Так. Неплохой. Красава. Так, один. Два. Только посмей мой выбить. Фью. Ой, блин, полетело. Слушай, а как произошло подписание с Винлайн? Я не знаю. Ну, тебе сказали, ебать, что... Ебать, оно так сильно ударило, я даже не хотел, клянусь. Тебе сказали, что все, тебе надо избавиться от Бэтбума? Ну, там в контракте как описано, не могу это озвучивать. Поэтому конфликтующие. Ну, то есть, ты договаривался с... Блядь. Постой, это третий, это четвертый уже сейчас. О, у меня нет. Это был третий. Вон, третий. Товарищ оператор, покажите, моя вон на пятую лунку укатилась. Нормально, нормально, самый у меня шанса конец. Больше. Тихо, тихо, тихо.
Я бью. Так, я пошел за своей. Это четвертый. Я заканчиваю или ждать? Ну жди, жди. Сейчас я. Сейчас я еще пролечу тут. Тебе надо как-то его, оп, прям в лунку закинуть. Мастерски. Ебать. Сильно перекинул? Не, там, где и был. 4. Нормально. Ну все, финишная прямая у меня. Если ты и тут меня обгонишь, то это вообще фул тильт. Нет! Да! Нет! Нет! Опять на пятую? Ну, да, катится туда. Ну нет, остановилось тут. На этой остался. Это шестой. Ну давай, Антон. Ю! Красавчик. Шесть. Ух. И туда как раз. Семь. Ты смотришь вообще игры других команд? Редко. Устаю. Как тебя, Марчик? 9. Они хорошо драфтят, играют, молодцы. Синергия в тиме хорошая у них. Как думаешь, почему так? Ну... 10. Блядь. Я не знаю. Ну, то есть, вот прям они же собрались совсем недавно. Ну как, с именно с Амаром, да, но до этого они играли же уже. 11. 12. 13. Ну, что-то я все это фултильт. Ну, сейчас будет. 17. Ну, вот это был прям... 18. И туда, вокруг, да около, катаем чуть-чуть. О, наконец-то. Это 19? Наверное, вот это 20. Еу! Let's go! Ты запиши там. Ты за 7, а я за 20? Да. А это вообще нормально? Ну, я не думаю. Мне кажется, лимит какой-то есть. Еу! О, нет! Ну как он так-то катится, пиздец, там в кусты. С дороги сейчас будешь бить? Да. Нормально. Контролируемый занос, я бы сказал бы. О-ху! Нифига. Песок, 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 пожалуйста, песок. Огонь. Ну надо такое забить. Слушай, челы в комментах спрашивали, почему бургер на финале Дэм-лиги не съел? Кого? А бургер. Там не бургер был. Там бананы. Бананы? Я в магазин ходил, да, между играми. Там бананы были, йогурты, ягоды. Я за 3 забил. Ты считай за собой. Это 5 четвертый? Это 5. 5? Да. Ну, то есть это твой, получается, стандартный закуп? 6. Во время... Между играми? Ну, я там бананы, йогурт, что-то еще такое, да. 7. Я за 3, ты за 7. Ну, нормально. Yes. Че, углеводиками закидываешь? Нормальненько. Ну, да. Оп. Куда нам дальше? Кажется, как будто вот эта вот шестая. Бургер между играми я бы не ел. Блядь, ну она же укатится нахуй туда. Это что там вообще? Вот этот вот флаг. Ох, бляха. Ага. Сейчас, ну я ее держу крепко, из рук она у меня не улетит. Я хочу... Бляха, да похуй, у них тут все так расхуярено. Нет. Нормально. Нормально. А то мне впадло, чтобы сюда укатилось. Я еще... О, заебись. Остановилось. Второй. Коби! Бля. Слушай, ты как Майкл Джордан, он же тоже много играет в гольф. Я гольфист, пиздец. Нормально. Тези. Мы там камеру забыли, ну и хуй с ней. 3. Четвертый. Давай. Есть. Туда его. Не останавливать, не останавливать. Туда его. Мы по всему, как вы в лунку закатится. Нормально. Сейчас расхуярю тут все цветы или что тут. Шестой. Тут не переборщи. Ой, будто бы переборщил. Нет, остановись. Блядь. У меня так же было. Ты Заведись. Не доборщил. А, ну у тебя в сейф спот. 7. Отлично. Так, сейчас 8. Давайте туда, в тачку. Ух, это если бы не флаг, блядь, флаг же не должно быть, хотя, может, должно быть. Подожди, да, мы его должны вытаскивать, наверное. Мы хуйню все-таки. Какую-то сделали, он бы сейчас залетел, я тебе говорю. Да, мы его должны его выкладывать. Он у меня врезался, я бы залетел, это был за 9 ходов. Ну ладно, так, сколько это, 8 у тебя был? Бля, мы такое в середине игры доперлись, что надо флаг снимать. Да я понял, когда у меня врезался флаг и не залетело только. А там под конец снимают вроде, когда близко уже, да? Да, да. Это 9? 10-й вроде. 10-й.
У тебя сколько? 8. 8? Ты сделал 1 еще. А, или 9, блядь, или 8. Давайте 8 запишем, мне 10. Не, у меня 9. Ты после меня же бил. Ну, это, конечно, 7.20. Вот это, конечно... Там анлак. Это сильно. Так, ну, это 7-й, вон. Как вчера отметили целое день рождения? Веганский торт был? Знаю, торт вроде какой-то был. Веганский? Я что-то забыл поесть. Я заебанный был. Мы в рестике сидели, ели. Я вообще не знал, что день рождения сейчас. Но потом узнал, поздравил, потому что и все, они торт ели. Вы что-то от команды доели? Я не знаю. Мне пофигу. Я особо сам не праздную день рождения. О! Вот, а, почти. Вот это красиво было. Это косанул. Вообще позор. Я косанул. Так, ну, по земле ударил. Главное... Да как так-то? Или вот это вот был позор у тебя? Ну, вот тут вот. Ну, вот это тоже позор. Так, ну вот с этого ракурса точно залетит. 3. Йоу. Golf with Friends, по-моему, есть в VR. Вроде бы. Так, насчет переиграния. Как все-таки вы выигрываете все в сезоне? Как удается? Ты уже забил, да? Да, за 3. Это у меня третий? Это... Нет, это у тебя 4-й. 4-й. Как удается не перегорать? Да не знаю, но проблемы все равно появляются какие-то, там после лузов, там вчера проиграли. Бутболом то, что сами проблемы появляются, и надо фиксить. Ну. Проблемы, ну ты можешь там не... Драфты, игровые моменты, ну ты же играешь все долгое время, ты забываешь какие-то базовые вещи. Ты главное, если что-то не сбейся. 7. Вокруг да около сейчас, да? Ну давай. Опа. 9? 8. Давай запишу сразу же. Давай. Играешь долго, побеждаешь, учишь что-то новое. Это сейчас, конечно, странно. Ты стоишь с клюшкой, я стою на колени. Сейчас вот. У тебя сколько там было? Ты? 3. А у меня 8? Да. У меня первая идеально полетела. Так, 7. Да, ну прикольно, на самом деле, вот так вот играть. Да мне кажется, что вообще... Ну, если еще правила знать и понимать, как правильно ударить, еще на самом деле кайф. Защилка, мне кажется, что вот вон та у нас. Вот 8. А, ну вон, получается, туда, да. Вот отсюда бьем. И как вы фиксите эти проблемы? Да просто разговариваем, играем, тренируемся. Вспоминать, наверное, старые вещи, потому что они забываются. И постоянно вот так вот выигрываешь, забываешь что-то. Потом проигрываешь, вспоминаешь, и так вот. Еще Бутбум как-то против, именно против нас, им комфортно играть, потому что против других они сосут. Но я не знаю, почему это все. Может, скорее мы сами виноваты. Потому что вчера, например, драфт вообще поплавал было. Ну, то есть это не инфа из секретного телеграм-канала? Нет. Просто, ну, блядь, по драфту Дума отдали. Когда можно было забанить Дума, не банить котла. Играть было тяжко. Но мне нравится этот котел вообще, в принципе, от сейва. Кто-то не доигрывает там. И прикольно все-таки, что... Да бляха! 2. Опа-на. 2. Прикольно, что вы эйса на мипа садите в оффлейне, это ж, бля... Нет. 3. Бью. Ох, ебать. Флаг доставайте. 4. Так, ну это уже и ты, и я можем забить. Ага. Ура. Давай, вправо, не? Это 6. Опа. Что, не забил? Это 6 был. Вот это сейчас будет. Ну ты так не касайся, а то штрафы будут. Это 7. Да. Если уж серьезно играем. 8. Ну давай 9. Я дотонулся. По-честному. Так, записываем. Ну давай 6-8. Так, ну мы можем вон 8 и 9 сыграть хотя бы до десяточки. А давайте. Сколько время? Сколько сейчас времени? У нас 5 минут осталось? Ну, типа, да. Ох, сука. Ну, вон, 8-9, вот до 10 дойдем. Давай. Ну, короче, я бы на самом деле еще поиграл, еще бы народу позвал. На самом деле, с кафе вон туда. Тебе понравилось? Да, прикольно. Только я перед этим в следующий раз гляну этот правило. Техники удара там. Точно не вот так. Да, думаешь? Ну, ты так долбанул, блин, даже это. Аж земля. Чуть-чуть вырвал, но я так попал. Тут все вырвано, блядь. В этом же и прикол гольфа. Главное, чтобы никому-нибудь в эту челюсть не залететь, а то мне кажется... В объектуаз! Клюшкой! Такой клюшкой просто убьешь. Ну да, да. Она пиздец тяжелая такая. Вот ты как так ударил? Не знаю. 1. По верхушке. Кому-нибудь в окно сейчас запульнем, о. Пульнем. 2. Ну я бью! Давай! Ой-ой-ой, почти хорошо.
У меня тут нормальная вообще точка. Блин, ну вообще на самом деле прикольно, что вот мы на мажоре и просто пошли с тобой играть в гольф. Да как он, блядь, как он так сильно бьет? Я ж только его касаюсь. А у тебя тоже нормальная точка. Это четвертый. Как думаешь, что лучший мажор, на котором ты был? Сейчас. Дай сконцентрируюсь чуть-чуть. Давай, давай. Фулл фокус. А то нельзя перебить. Четыре. Да, блядь. Пять. Ладно, главное не вниз. Фулл фокус. Блядь. Ладно. Пять. Это шесть было. Я там случайно ударил по нему. Да ладно, это пофигу. Бывает. Пять. Ой, не достал. Шесть. Оп-оп. Ну, уже очень близко. Семь. Да как так? Восемь. И тоже, тоже. Восемь. Вот этот тогда... Легко. Девять. Блин, ну реально, так если уметь играть, как-то там надо бить, там, чтобы он его подкинуть иногда. Ну там еще, летел. Видишь, есть клюшки разные, там, ну, да, есть, да, да. Три разных клюшки. Так. Ну, в линзу ему фигач. Все стал, я не вижу, у меня все раскрывает. Молодец. Бляха. Ух, ё. Это на full comeback. Мне понравился. Или на руин. Звук такой был. Да. Он кликнул так. Как в настоящем гольфе. Вот такой же звук был. Вот. Только улетело, блядь, искать. Только недалеко, надеюсь. Где тут? Давайте. Вон у тебя в песке. А, заебись. Это два. Костян, мне кажется, ты восьмую не записал, потому что восьмую мы проходили. И ты девятую записал на восьмую. Ну, скорее всего, так. Три. Под конец уже надо жару дать. Я уже на другую лунку, нахуй, на старт. Три. Давай. Отсюда. Ай. Четыре. Так, ну это на камбэк. Всю силу. Четыре. Г-г-г. Ох, песок, бляха, пять, шесть. Фух, ты там еще посиди в песке? Да, да, да. Шесть, семь. В тот песок. Бляха. В тот песок, в тот песок. Так, блядь, восемь. А первую мы за 19-18 забивали. Девять. Ну, которую за три забил, там вообще разъеб. Десять. Ву-у-у. Ну, ты точно восьмую скипнул. Ой, десять, десять тут. Потому я что... тебе уже очков, знаешь, еще накинул случайно. Так, ну сейчас посчитаем. Я удивился, что тут нельзя 7, футболки 8, носить, короче, 7. Без рукавов, понял? Угу. Купил себе там Nike белую. Еще отдал на прачку одежду, белые футболки, потому что в черных жарко, а я вещей новые брал. Они ее стирают уже, блядь, будто бы неделю. Вообще 76. Ну, я, знаешь, лучше... У тебя 76. А у тебя? Я еще не считал. А, постой, дай, а там не записано? А, нет, все, сколько... все. А, нет. Вот, короче... За сколько желательно все, надо все, проходить? Нет, здесь есть длина, вот. И сколько... Это вот это количество людей, как я понимаю. Нет, это за сколько надо проходить? Ну, вот, надо пойти за 4, мы с тобой за... ты за 19, я за 18. Дай я гляну чуть-чуть быстренько, которую за 3... На, 76 запиши. 76, напишешь? Давай. Вот. Ну, для справедливости ради, почти уложились. Сколько у тебя? 87. Ну вот если бы не вот этот вот руин на 20, там то это была победа. Был, да. Вообще победа. Мне была. Интересно, может, ну, есть какие-то правила, ну, типа, если у тебя прям далеко улетел, ну, ты же не будешь, блядь, из того вот дома выбивать. Ну, мне кажется, это прикольнее просто. Ну, да, наверное, мне кажется, просто наверное есть ты лимит. Возвращаешься туда же. Типа, либо возвращаешься, либо у тебя есть лимит. Если ты за какой-то лимит не успеваешь, все, типа, у тебя максимум там 13 ходов, как в этом Golf is Friends. За 13 не уложился, все, тебе 13 пишет, и ты скипаешь. Наверное, надо узнать правила. Ну, просто я же говорю, этот гольф сегодня слишком быстро наметился. Но мне понравилось, реально прикольно. Технику отработать, по ночам теперь буду не спать, а гольф ходит. Купишь а что они играют, если ты купишь закрыто? Свой набор. Не знаю, но они, видишь, уже заканчивают. Yes. Хотели стырить твои Prada Sunglasses? А, чё? Она такая снимает их, на. Prada Sunglasses, так, чё, где они? Был какой-то вопрос, ты на него не ответил и сказал это. А где ты очки оставил? А там, а что, нафига? А, ну надо было подождать. А то камера там, очки там, еще что-то. Просто везде по каждой лунке разбросались шмотки. Луку что говоришь? Да, я говорю, был какой-то вопрос, ты сказал, что надо в зоне быть. Да ладно, фиг с ним. На чьи бабки будешь тратить?
Какие, я не знаю. Ну, призовые. Сначала все получу. Это не скоро. А, они у тебя еще должны... Как... Пришли мажор, только за первый мажор пришли деньги еще. А, только за первый? Да. Ну, кстати, достаточно быстро, на самом деле, пришло. Знаешь, не сказать, что денег, ну, типа, относительно, как было раньше, денег немного. Не уверен, что на такие деньги что-то купишь. Возьмешь вещи свои? Возьми. Учитывая, что ты там делишь... Коучу, Арге, и там у тебя выходит, ну, я не знаю, наверное, не буду говорить сколько, но, короче... А коуч у вас прописан в контракте или вы сами, типа, отдаете? Вроде прописан в контракте. Понятно. Ну, вон кроссовочки новенькие, да? Ну, это же, ну, так, стоят они тысячи чем-то. Да, я вообще просто... Ну, если, я не знаю, вот, например, 200 тысяч долларов, ну, что можно потратить на такой колоссальный? Да куда я потрачу? Сначала нужно все получить. Квартиру себе? Я думаю, почему-то подороже квартира. 200? Хорошая, хотя я не знаю. За 200 ты купишь в Waterfront прям, да? Топ. Да? Ну, надо получить, а там уже буду разбираться в налоге, туда-сюда, все кого. Чтобы все было чисто и не доебались. Тут как бы 100%. Либо просто наркобизнес. Наркобизнес. Вот. Свою лабораторию построим. Это еще мы осуждаем. Конечно, конечно, осуждаем. А потом вы репортажи по телеку. Известный киберспортсмен, чемпион мажоров. Раскрыли лабораторию. Да. Проговорил все в видео. И там такая сербская полиция. Ага, дурачье, у нас в этом. У нас в стране. Бля, бать, что-то даже вспотел немного. Наркотики делает. А ты пил? Ты газировку пьешь еще? Газировку, да. Ты фанту зеленую тут пил какую-то? Не. Вроде какая-то из фанты очень вкусная. Hello. А тут только такие клюшки? Ну вот, видишь, вот еще три раза. Постой. Так, дай свой мяч. Сейчас. Я пойду отдам. А в чем разница, интересно? Не знаю, ну чел у меня спросил. Чел спросил, какую... Я спросил у него, какую взять. Он мне сказал, что вот это вот получше. Вот это маленькое для чего? Это, наверное... Для детей. А, ну, кстати, возможно. Заболел чуть-чуть. Заболел? Из-за кондеров, да. Ну но да, это здесь... уже пару дней назад. Здесь такое, что... Да везде, я думаю, когда жарко, ты под кондёр ну, да, как в Сингапуре. Вот так вот бац и все. Да, в Сингапуре там еще было еще жарче. Я в Сербии помню, ну просто, ну как в Сербии, как только прилетал, я же под кондёром нон-стоп сел, сейчас я когда там дома сижу, я стараюсь мне этот, вообще кондёр не включать. С открытым окном, конечно, жарко, пиздец вообще. Ну я иногда просто включаю типа на 5 минут, проветриваю. А он у тебя нормальный в Сербии или переносной? Хороший. Ну, нормальный, да, встроенный. У меня там хороший билдинг, там мне нравится вообще, где я живу. Не думал переезжать в Waterfront, в чем-нибудь такое? О, нет, что, нет. У меня там хозяин хаты адекватный, типа, если я не могу ему сейчас деньги перевести, ну, он знает, чем я занимаюсь. Я ему там джерси подогнал одну. Типа, с ним так общаюсь, и он там скриптой что-то связанный, типа, еще. Ну, короче, адекватный, огонь. Шарящий и взрослый мужик, с которым приятно то пообщаться. То есть ему можно прям криптой перевести за да, хату? Да, вообще да. Удобно. Я так и делаю. Я, ну, типа, зачем мне искать какую-то бабушку, которая мне там еще... Короче, будет куча проблем, и у меня хату я снимаю за 1000. Которая для одного человека фул классная, и все там есть, кроме микроволновки. Че, пошли? Вот, да. Типа, мне искать заебываться. Мне кажется, нормальную квартиру, которая мне понравится с ремонтом. Нам туда? Да туда, вон, да, Аяна, вон. Let's go. Bye. Bye, thank you. И искать новую квартиру, это что-то заеб такой. Не, и... я согласен, 100%, если у тебя... Если у тебя нормальный этот хата тебе нравится, чел супер адекватный, то почему? Зачем? Я просто вот когда я с Дукалисом общался, ему не это. У него дорого квартира стала дороже, чем моя, хотя она была похуже, будто бы. Ну, и вот они еще снимают, кстати, дешево, сейчас снимают, кстати, дешево. Сейчас они снимают другую, да, но дешевле, но там хорошая тоже на Waterfront именно. Ну, за 800? Вот, это вообще... которая у него сейчас, у него да. Вроде хорошая очень квартира, и типа там место есть. Ну, я так зашел, знаешь, стулья поставить. А, да. Но прям, ну, нормально, чё, нормальная хата. Ну да, большая. Еще, конечно, еще немножко там такие, знаешь, бабушки на диване. Да, 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 это я слышал, только такое. Ну, и... Мне кажется, даже если в теории ты захочешь купить новые диваны, если ты на долгую перспективу, то лучше купить новые диваны, договориться с хозяйкой. Ну там... да, в честь квартпад. Давайте сразу здесь наверх поднимемся. О, или давайте мы можем на самом деле вниз пойти. Вот мы лояним. Ну что, я все равно еще в практис пойду, думаю. А, ты в практис? В рыбу? Да. А, ну так все, тогда поехали сейчас вместе пойдем. Че? Тогда мы сейчас наверх поднимемся. Постой, ты какими путями ты меня ведешь? Ты вообще где мы? Мы в лояне. А, все, вот сюда и вот. Да, мы будет... сейчас на два раза наверх поднимемся, пойдем вперед и выйдем на. Я просто запутался. Мейн вход. А мы сейчас с левой части, как заходишь, с мейн, а да. Или с правой. С левой, там, где ты живешь. А, ну да, я тут, да, тут вроде живу. Вот так, а я вот вспомнил, что тебя спрашивал, что как думаешь, это лучший мажор в твоей карьере?
Ну, я был в Стокгольме, Ну, мы там сели, там был отель топовый, еда, и просто то, что сауна, зал, я там ходил с ребятами, постоянно каждый день сауну, там было фулл разъеб, на самом деле. И зал там было приятно, и просто люди, которые там были, типа, там было очень классно, всякие активити, большой конференц-зал был. И, типа, там постоянно люди собирались, мафии играли, какие-то настолки и прочее, было классно. Атмосфера была. На Арлингтоне вроде было говно, я там не был, но там было вроде фулл туфта. Первый раз пропустили, в Лиме неплохо, сауна говно, активити особо никаких нету, только пиво пить тоже так же. В Берлине мы там играли, мы уже просто побеждали, но тоже атмосфера чуть поменялась. Там все приехали побеждать и прочее. Мы особо ничего не делали, поэтому я не могу сказать. Отель был хороший, еда говно, активити не было. Тут я не вижу людей от слова совсем. Что правда, то правда. Я вижу Bad Boom, я вижу кого-то из Nine Pandas. Одного-два человека, если повезет. Каких-то команды я вообще не видел. Скитера я ни разу не видел. Ну вот мы обсуждали, что Сайлента никто не видел. Спрашивали, вообще он здесь или нет? Его я видел. Спиритов видел. Ликвидов особо тоже не видел. Там один раз завтракой выходили из Shopify, их чуть-чуть видел. Зай, сегодня артист с Бульбой, вот Бульбу иногда вижу. А так по пальцам можно прищать, кого я видел на этом турнире. И это непривычно и странно, и типа... Ну да, вроде лан, все собираются, а никого не видишь. Да. Я сижу в практике просто, и все. Ну и в басике. Ну и в басике. В тепленьком. В джакузи. Sorry, can we go to Rimba? Berlin Major? Major Group. Какой Berlin Major? Ой, Berlin Major. Окей. Какой Berlin Major, и вправду. Сейчас засумонят нам. Прямчик, ну вообще супер, мне нравится вот эта вот история. Что здесь огромные фасилити, здесь реально, ну, есть где вот, ну, с точки зрения съемок, например, вот мы можем там сходить с тобой на гольф, никуда ехать не надо. Там можем на пляж можно сходить, на пляж, вот время, записать типа, что угодно. Здесь вот, ну, сейчас все комьюнити кастера, то есть вообще много. И ты подошел, сказал, мне нужна машина, машина через 5 минут приехала, ты сел в кондее, спокойно поехал. Это, типа, прям суперудобная система. Изначально я думал, что ночью, типа, машинки не катаются, но они катаются. Ну. Как-то Малдар писал, еда по купонам, типа, трансфер с этого до этого времени, но время, ну, выделили машины еще, можно. Да, ну, да вот эти спасибо. Дополнительные машины. Ага. Слушай, а как массажка у Никса? Типа, понравилось? Она, да, вообще кайфовая. Там какую-то не вызывает массажерку, но она супер кайф делает. Но мне Яня сказала, что ты это... что ты хотел более что-то релаксового, а тебя так помяло, что у тебя потом все болело. Кого? Еще и кондишн. Нет. Я не мне сказал, что у тебя, типа, все, у тебя все болит, ты там умираешь из-за того, что из-за этого массажа. Не, мне спину продуло. Это не из-за массажа. Мне продуло тут вот спину, и я потом пошел на другой массаж, и не вызывали. Поэтому мне нравится, когда массаж жесткий. Че по визам? Че у Тофа с визой? В смысле? Я в Джакарте подаюсь 13-го. Ну, ты подаешь и в 13-го. А, кстати, вопрос. Вы что будете делать вообще в Джакарте? Вы я будете там еду... играть? А, ты один мне сказали? Ты говорил, что ты с Никсом едешь? Ну, нет. Ну, кто-то из Bad Boom едет, да, ребята там едет. Может, Саня вроде едет. Игроки другие из Bad Boom 11-го подаются, плюс Глеб. Лукаша, не знаю, что он там. Что со мной едет Шон только вроде. Кто? Шон. Шон? Который вместо Алекса. Угу, понял, да. Что я планирую там делать? Да, что будешь там делать? Мы просто думали, что, короче, мы-то подаемся, получается... Что, давай туда подальше. Мы планировали... Ну, либо тут где хочешь. Мы в Сурабае подаемся 13-го. Ну, типа, это 30 километров отсюда. Вот, думали, если... Что если... Мы думали, что все едем, что все едут туда. Думали, если вам там нифиг делать, то мы можем это... Знаешь, поехать с вами в Джакарту, потом сесть в тачку, поехать эту 1000 километров, вернуться обратно. Да я на самом деле без понятия, что мы там будем делать, там пару дней, там будто бы делать нечего особо. Ну, там же прикол, что получится достаточно долго придется сидеть, ну, потому как, что это... 4 это... дня опять. Ну, да, там еще выходные. Это получается, ты подаешь в четверг, пятница, два выходных, и потом еще только где-то типа тебе в четверг дадут паспорт. Ну, да, грубо говоря. Да. Мне интересно, какой рейд начинается. У нас именно. Я даже не смотрел. Ну, я думаю, не раньше 20 числа. Чего можно было бы это... Я надеюсь, успеем. Если делать нефиг, то можно было бы что-нибудь, куда-нибудь съездить. Ну, вон это, к психолог Тундер. А у Тофа-то что с Лидой? Не знаю. Ты что, ты не знаешь, что там натворил? Я спрашивал, я сейчас забыл, точно не могу сказать, что ты натворил. Ничего криминального, но
просто что-то... Он не похож просто на человека, который... Ну да, да. Что-то можешь натворить. Блядь. Кстати, ну, пакет нашел. Там, во-первых, футболка Dauby Dauby. Ага. Во-вторых, все футболки с вот этого... Сейчас я 4 футболки сделал. Все 4 футболки тебе. И с Dauby Dauby. Это... Ты, конечно, об этого не знал, но это твоя идея. Я же тебя спросил, что это за герой, что за... Ну, типа, текст сам уже Dauby Dauby. Немного надо по-английски было написать, ну ладно. По-русски. Ну, по-английски у Яни уже есть одна, нормально. По-английски? На русском. Ну, короче, 50% с продаж переводится в фонд Антона Драчева. В розыгрыш? В арканы. Ну, хочешь, я вам розыгрыш. Мне пару джерси дают. Да я думаю, я пока ничего не думал, но надо было что-то разыграть. У меня есть сколько-то джерси. Надо разыграть просто кассу. Мне просто нам придется очень много аркан продавать. Аркан разыгрывать. Ну, короче, решим. Решим. Много аркан, на самом деле. Я считал так, типа, тупо я денег не буду. А ты их прям покупаешь? Я же за свой счет, ну, типа, никто не спонсирует. Просто можно покупать это... Не я понимаю, да. На сайтах там и прочее. Типа, я понимаю, но все равно, вот ты считаешь, так и выходит там. Ну да, конечно. Ты захочешь разыграть 100 аркан, думаешь, блин, ну у тебя 50 тысяч подписчиков ТГ, 100 аркан не так много, а выйдет, блядь, 70 тысяч рублей, грубо говоря. Ну, и ты все из своего кармана и вот так вот. Я понимаю, потому что, ну вот мы в каждый ван покупаем мерча, ну то есть и в Сингапуре, вот, например, этого мерча мы купили тогда на 1200 долларов. Ну это мерч и аркан, типа, разные, наверное. И мы вон когда с тобой розыгрыш делали в этом, на Берлине, тоже дофига бабла потратили. Но чилы прям там потели за эти закуртки, куртки всем очень зашли. Куртки там классные такие, память вообще, мне очень тоже понравилось. Мне нравится, что их вот какие-то. Если бы сделали бы что-то с ником именно связанное, был бы вообще полураздёв. Ну так давай что-то сделаем. Не, я имею в виду, типа... Вот когда ты на лан едешь, и тебе что-то дарят. Да, как на Инте эти. Да, на Инте там. На победителя мажора в Берлине вот эти курточки, они прикольные, но если было бы с ником, было бы намного пить. Да, то есть тебе просто позже дали бы. Я посижу, повтыкаю. Сколько повык будешь играть? Ой, я не знаю. Там тренер. Сейчас не думаю. Мне будут мальчики здесь на кого-то. Я включу просто, я его стрингу. Я что-то как-то с утра проснулся, был паблик, там часов 6-7, и у меня такой негативчик был какой-то, не знаю, что это. Ну, я особо не пиздел, но я просто хотел, но они меня не поняли. Ну, так наоборот, надо было выговориться. И причем самое смешное, что они тут же вообще не флеймят никого. Ну, ладно, тут китайцы, я не знаю почему, но они им не нравятся, взятым китайцы на серверах. И они играют как уёба, но они никто никому не ноет. Шмотки не разбивает, там какого-то мипа просто китайского, который к атаке забрал сюда. Мип на ФП, мип похож. Кто-то есть? Да, ну, все есть. Ладно, тогда не тогда. Так сейчас просто мип не без ранга, чувак, китаец какой-то. Забрал мит тут влево, там уже противники здесь, он просто купил атоса, гони ему шар. Ты пытаешься убить одного, он соберет ваш, ты выкинет, закопает. Ты другого убиваешь, он закопает другого. Да, короче, там вообще пиздец, гений какой-то, я вообще в шоке был. И какой-то там магнитка? Слушай, а когда мы можем... Если еще в этот, еще в гольф, когда? Там же типа, не так заранее надо предупреждать, чтобы взять это пушки. Если завтра выиграем, будет выходной, думаю, может. Ну, я планировал завтра выиграть. Если выиграем 5 завтра, да? Нет, сегодня 5. 5, 6. Сегодня 4. Завтра 5, 7 играем, но может 6, если завтра выиграем. Поэтому... Окей, давай. Давайте, ребята. Пиши звание. Ну что, ребята, вот это был ролик с гольфом. Он, конечно, планировался совершенно другим. Вообще планировался футбол, получился гольф. Гольф получился... Должно было быть много людей. Кстати, мы вдвоем с Антоном. Но получилось, по-моему, даже как-то супер душевненько, весело. Мне прям зашло. И я думаю, надо еще собрать народу, еще поиграть. Да, или даже вот с Антоном. Ну, по-моему, топ-контент. Если так тоже так считаете, то пишите коммент, что вы ждете в Golf 2. Вот. И помните, что если вы хотите такую футболочку, Dauby Dauby, футболочку Bally Magic, футболочку с рефлективным принтом Kidia Lane, футболочку с планетой Kidia Lane,
Все это есть, ссылка на это в закрепленном комментарии. Ой, в описании. Переходите туда, кликайте. Я там, кстати, сам общаюсь со всеми. Так что все по высшему разряду. Футболки супер качество. Ну, то есть вот это вот 300-граммная кулирка. Вот, не кулирка, а кулирка. Вот, так что это прям топ, топ из топов. Так что, ребят, давайте до следующего ролика. Спасибо за просмотр. Пока-пока.